Здравствуйте, это канал «Разговор с Богом». Сегодня расскажу про новую медитацию. Медитация основана на создании комнаты ответов. Что это значит? Что в этой комнате вы можете найти абсолютно любой ответ. При создании комнаты мы должны воспроизвести то необходимые вещи, комнате, которые нам нужны. Абсолютно разные, может быть, и абсолютно уникальные комнаты, потому что нет одинаковых комнат при создании. Что для этого нужно? Мы должны войти в состояние медитации. Сегодня покажу еще один способ медитации, когда входим при зажженной свече. Принцип простой, похожий на тот предыдущий. Но при создании комнаты мы должны создавать уже воображение. Воображение мы должны делать, то есть при помощи нашего воображения создадим ту уникальную комнату, которая будет именно ваша, а не чья другая подобная. Для этого нам нужна концентрация и способность к воспроизведению. Что это значит? Значит то, что мы должны создавать в своем сознании уникальные. А если мы не научимся это делать, значит дальнейший путь у нас не может быть. Потому что в дальнейшем я могу рассказать вам, как ответы получать из других источников. Например, то, что у нас в интернете, это не все ответы. Мы можем ограничиваться ответами. Да, интернет это хорошая вещь, но есть лучшие интернеты, где ответы моментально могут прийти к вам. И не те, которые есть в интернете, которых нет в интернете, вы не можете найти, а там они будут. Ну что, начнем уникальный эксперимент. Зажигаем свечу, как и в предыдущих. Для вхождения в медитацию мы должны либо сесть в определенную позу, либо стоять. Но рекомендую садиться для начала, потому что изначально вы не сможете долго простоять. Сейчас перед свечой ставим руки. Не забываем про дыхание, которое я раньше уже рассказывал. Не будем повторяться. Закрываем глаза. И представляем воображение той комнаты, которую мы хотим увидеть.
и увидеть наши ответы, которые мы хотим задать. Она возможна состоять комната из множества книг, множества вещей. В общем-то, должна быть уникальная именно ваша комната ответов. А как мы получим ответы в этой комнате? Очень просто. В этой комнате мы берем ту или иную вещь, и она дает нам ответ. Но сначала мы должны войти в нее. А для вхождения мы должны полностью отвлечься от всех мыслей. Мысли не должны протекать в нашей голове. Ключ этой комнаты только ваш. И никто не может зайти в нее, кроме вас. Вы знаете, как открыть дверь. При открывании двери, возможно, будет свет. Но не пугайтесь, это не то, что вы подумали. Ответ берем, возможно, с полок, возможно, с предмета, возможно, с чего-то другого. Все, что угодно в вашей комнате может быть. И дотрагиваясь до определенных вещей, мы получаем ответ на тот или иной вопрос. Возможно, эта комната будет без всего, она будет пуста, и на ней будет единственный диван или стул, где вы будете садиться и раздумывать. И при этом вы можете задавать вопрос, и комната вам ответит на все, что вы запросите. Ну, в общем-то, вот такая медитация. Если вам понравился мой рассказ про это, то подписывайтесь, как всегда ставьте лайки. И я жду, что вы будете просматривать новые мои видео. В скором времени вы можете со мной пообщаться лично, потому что я запускаю, что, как вы думаете, конечно, прямую трансляцию. Ну все, пока. Желаю всем удачного дня.